Привет, друзья! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем победителей телеграм-канала. Слушаем, ребятки! Очень быстро светофор уже на газ. Быстро звонились, у тебя последний час. Едем на приоре, собираем все звезды. Купили костюмы, собрали тут упад. Каждый бы на сайте, хочу белый обезьянник. Делаем карпат, но светофор квадратик. Правит не формат, походу, остал под сомнение. Или ты вернула, я не слышу твоего мнения. Я хочу на Сенберге, хочу жестко хапануть. Дай тебе интервью, чтобы просто мне уснуть. Скажу, что все, быстро еду, я погнаду. Сука, я на сон, сука, это твоя мама. Ребятки, очень красивая музыка, прям вот прекрасная музыка. И очень красивые голоса. Исполняли два молодых человека. Голоса очень красивые. И трек такой легкий, такой веселый. И настроение поднимает, ребятки. Скажите, да? Ребят, пишите. Да, классно. Молодцы. Пишите еще. Вас приятно было слушать, ребятки. Настроение подняло. И танцевать можно по нее. Слушаем следующий трек, ребятки. Так, очень красивые голоса, да? Здесь вот один голос или два голоса, два, я два, не помню. Кажется, два. Да, думаю, может, один человек голос меняет. Хорошо исполняют, да? Угу. Красивые голоса, чисто читают. Молодцы. А может быть и один, действительно. Я вот не знаю, может, он меняет. А вообще, если он меняет голос... Классно. Молодец. А если два голоса? Умнички. Да ты же знаешь, что все вместе рай. Воплощаю прямо счастье с твоей сукой спальни. Она горяча, она хочет строить. Я так не ее, мы не дали любовь. Но уже захочу ощутить эту нею. Не будем вместе, мы не будем брать. А так и все, она не могу смотреть в глаза. Здесь так много огня, кажется, что убьет меня. Сука, она уникальная, я не стану пока на спальнях. Да, все мои слова банальны, но и забудь. Ребятки, о любви трек, да? Хорошо исполняют. Мне нравится, читают хорошо прям. И музыка красивая, да? Угу, классно. Давайте слушать. Интересно. Я заключу контракт с самим дьяволом, чтобы всегда знать, как у меня дела. Она придёт сегодня ночью, чтобы показать, на что она способна, сука, не хочет. Бать, сука, хочет знать, как у меня дела. Так, молодцы, ребятки. Голос очень красивый. Еще раз повторюсь, если два голоса, молодцы. Угу. Шикарные голоса. Тембр красивый. Если один мальчик меняет голос, тоже умничка, да? Скажите, молодцы, музыка очень красивая. Танцевать приятно. Разные лайфхаки красивые. Трек о любви, ребятки. Мне очень понравилось. Да, классно. Да, слушаем следующий трек. С собой из-за сумки. Девушка пошла в полузаброшенное садовое товарищество «Долина» и по дороге предупреждала парня о своих намерениях. Прислала ему смс с фото дороги, домика и даже петли. Если есть проблемы... Ребятки, если есть проблемы,
есть близкие, родственники. А если вдруг отношения плохие, да, тогда надо... к психологу. Звонить. К психологу, да. Есть линии специальные. Да, да, специально помогают детям. Ребятки, не замыкайтесь в себе. Позвонить надо. Да. Или в школе подойти к психологу, или просто к учителю. Да, и он обязательно направит, да, куда, да, следует. Да, ребятки, не замыкайтесь. Нельзя в себе ничего с собой плохого делать. Да. Я прикинул реку свое тело, я и не заметил, как мы вместе обеднели, как мы с тобой проснулись на одной постели. Я пиздато перерезал себе вены, я пиздато кинул реку свое. Ребятки, голос очень красивый, поет хорошо, но депрессия молодого человека тоже, ребятки. Пожалуйста, не депрессируйте, если что. И ничего с собой тем более не, да, делать. Не надо. Это не стоит этого. В жизни все быть может. Не надо. Психологу, мама, папа, брат, сестра. Или учителя в школе. Учительница в школе. Обязательно помогут. Они всегда помогут. Я не заметил, как мы вместе обеднели, как мы с тобой проснулись на одной постели. Если рядом мы, тогда потеря пульса. Мы если рядом будем, это как искусство. Если мы встретимся с тобой вдвоем, я перережу себе руку кухонным ножом. Мы надеемся, что это художественное произведение всего лишь, да, правильно? Да. Очень красивый голос, ребятки. Музыка грустная, ребятки. Текст очень грустный, ребятки. Еще раз повторюсь, ребятки. Если какие-то проблемы, не замыкается человек, не надо. Идет к родителям, родственники, брат, сестра, учительница. И все хорошо будет. В жизни все бывает, ребятки. Все может быть. Бывает плохо, а потом раз и хорошо будет, ребята. Музыка красивая, ребятки, голос красивый, спала хорошо. Артисту советуем сменить, да, немножко, жанр. Потому что, да, да, это опасный жанр, который не приветствуется. Пропагандировать, да, такие вещи ни в, да, коем случае, да, нельзя. Нежелательно их. Мы вообще против насилия над собой. Да. Мы только за хорошую жизнь, за здоровые отношения, за прекрасное настроение. И за то, чтобы себя любить. И себя любить, ребятки. Пока, мои хорошенькие.